Два тяжеловеса, обладающих мощнейшим ударом и несгибаемым бойцовским духом, могут устроить невероятно зрелищный и запоминающийся бой. Вы уже видели это на нашем канале на примерах поединков Александра Емельяненко против Кости Глухова или Магомеда Маликова против Кенни Гарнера. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию еще одну крутую битву в тяжелом весе. 11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге прошел турнир M1 Selection Online. В главном бою вечера в рейдж вышел чемпион Азербайджана, Азии, Европы и мира по смешанным боевым единоборствам Заур Гаджибабаев, обладающий по-настоящему пушечным нокаутирующим ударом и являющийся одним из претендентов на пояс чемпиона M1 Challenge в тяжелом весе. Турнир был организован в невероятно сжатые сроки, и соперника надо было найти всего за неделю до боя. Никто не соглашался биться с грозным панчером на коротком уведомлении, но один смельчак все же нашелся. Им стал девятикратный чемпион Москвы по вольной борьбе и мастер спорта по панкратиону Исмаил Сагов, за которым была слава неуступчивого бойца, который обожает порубиться с любым соперником. Данный турнир проходил в разгар прошлогодней пандемии, и, к огромному сожалению, зрителей на трибунах не было. В противном случае, они бы, скорее всего, устроили овацию обоим бойцам за ту зрелищную битву, что состоялась между ними. Говорит и показывает столица смешанных боевых единоборств в России, город Санкт-Петербург. Это культурно-спортивный комплекс Тинькофф-Арена и одна из крупнейших спортивных промоутерских компаний мира. Лига Mixfight M1 Global представляет вашему вниманию главное событие турнира M1 Selection Online в поддержку российского социолога Максима Шугалея. И вот его главное событие. Внимание на экран. Приветствую всех. Меня зовут Гаджибабаев Заур. Приехал из Азербайджана. Представляю клуб Baku Fighters. Бой готов, турнир готов. Очень рад, что выступаю снова в М1. Здравствуйте, меня зовут Сагов Смыл Аюпович. Выступаю я за клуб Сагов Бразер Джим. Хороший, крепкий парень. Я его брата знаю. Брат тоже профессиональный боец. Ну, я думаю, что у нас получится хороший конкурентный бой. Заур хороший парень, хороший спортсмен. Вот, я его знаю достаточно уже давно, мы с ним были на сборах как-то. Вот, крепкий, стойкий, упертый парень, который, когда выходит в рейдж, идет за своим, вот, так же, как и я. На ковре враги, за ковром друзья, как говорится. Давай покажем хороший бой, надеюсь, без травм все обойдется. Удачи. Бой будет это очень тяжелый вес у спортсменов. Три раунда. Представляем героев этого финального поединка. Спортсмен в синем углу. Ему 28 лет. Официальный вес 105,9 килограмма. Рост 188 сантиметров. Профессиональный рекорд. Три победы, три поражения. Он девятикратный чемпион Москвы по вольной борьбе. Мастер спорта по панкратиону. Мастер спорта по вольной борьбе. Шестикратный призер чемпионатов России по вольной борьбе. Представляет клуб Сагов Бразер Джим. Республика Ингушетия. Россия в синем углу. Исмаил Сагов. И его соперник в красном углу. Ему 31 год. Официальный вес 122,5 килограмма. Рост 186 сантиметров. Профессиональный рекорд. 7 побед. Три поражения. Он чемпион Азербайджана по ММА, обладатель Кубка мира по ММА, чемпион Азии и Европы, чемпион мира по ММА 2014 года, обладатель звания спортсмен года 2014 в Азербайджане, представляет клуб Baku Fighters, Азербайджан, в красном углу, Заур Гаджибабаев. Рефери поединка Вячеслав Киселев. Ну что ж, необходимый градус напряжения достигнут. Тяжелый вес, главный бой сегодняшнего турнира. M1 Selection Online, турнир в поддержку Максима Шугалея. Исмаил Сагов из Республики Ингушетия, представляющий клуб Сагов Бразер Джим.
против Заура Гаджибабаева из Азербайджана, представляющего клуб Баку Файтерс. Ух, даже говорить пока ничего не хочется. Все увидим сейчас. Ну, это тяжелый вес, да. И что тут может быть? А может быть здесь все. Начинается поединок. Занимает центр рейджа Заур. Кружит вокруг него Исмаил. Пытается таким размашистым полуджебом, полукрюком. Ух ты, достичь, довольно да, жестко ударил с левой. По защите прошла, но Заур спокоен. Лоу-кики. Поддавливает Заур, конечно, очень уверенно себя чувствует. Пытается, да, он прессинговать своего оппонента. Сагов здорово движется на ногах. Обратите внимание, как близко подходит Заур и не боится при этом. То есть опыт все-таки работы в стойке сказывается. Ну, Заур хочет выйти на свою дистанцию ударную и включить руки. Да, ну какой проход через весь рейдж, и Сагов его переводит в партер. Переждал немножко здесь Заур, конечно. Сам для себя создал эту проблемную ситуацию. Ну да, так сразу не включился. Сагов-то сразу повышенные передачи включил. Спину отдает Заур. Ух ты, через руку попадает. Сагов. Попадает. Тяжелая ситуация Гаджибабаев сейчас. Туда надо вставать, встает, когда ты встаешь. Встает, тебя... опытнейший боец. Да, в то время вставание как раз открывается. Сколько тут боев за, у него за плечами по смешанным единоборствам. Любительских так вообще не счесть. А учитывая уровень оппонентов, там язык не поворачивается их любительскими назвать. Но, напомню, это тяжелый вес, и тут иногда регалии могут ничего не значить, если ты пропускаешь один удар. Да, безусловно. Мы видим, что уже кровь на лице Заура. Сагов его очень четко контролирует. Но это, опять же, да, девятикратный чемпион Москвы по вольной борьбе. Пробивает, пробивает Сагов. Сейчас защиту Заура. Я так понимаю, что он хочет его оторвать от канатов, чтобы бросить. Да, есть и смысл, сил много потратит. Ну да, все-таки боевой вес Заура 122 килограмма. Ну сейчас нужно Зауру здесь уже включаться в работу. Ну пора бы, да, пора бы Зауру. Сагов показал все, что умеет. Товар лицом, так сказать. А вот уже и Заур начинает отвечать ударом на удар. На джебе подкрадывается Заур, чтобы включить свою убойную правую. Ощущение, что Заур Гаджибабаев действует по принципу такой ичигеки. Один удар, мгновенная смерть. Ну, готовит этот удар. Так, а мы видели эти, да, эти вещи неоднократно. Вот Сагов прям обрушивает на него там апперкот и бокоухи, и джебом постоянно его проверяет. Сагов готов прям к этому бою. Очень легко, кстати, бросает руки Сагов, обратите ничего внимание. Себе. Да, смотрите, с дистанции проходит и проходит удар, а лицо-то он уже Зауру так конкретно повредил. Ну, у него длинные ничего руки. Себе. Длинные руки, может работать на дистанции очень легко. Да, и довольник у нас Исмаил Сагов, да, с такой ударной техникой. Не знаю, на мой субъективный взгляд, вольная борьба это вообще самая лучшая база для ММА. Потому что, в принципе, научить вольника хорошо бить, ну, примеров за год перед глазами, да, множество. За год можно поставить руки так, что будут соперники улетать в нокаут только так. О, как тяжело сейчас Зауру-то приходится. Не может он пока на свой вот, выйти на свою дистанцию. Сагов очень здорово вокруг него кружит. Хороший поединок. Это главный бой сегодняшнего вечера. Это тяжи, которые не боятся бить и получать в ответ. Прям насыпает, прям насыпает вот этими ударами Исмаил, да? Да. Пара боковых апперкот. Еще коленом постарался. Но вот кураж поймал Исмаил. Идет в ноги. Опять через весь рейдж протаскивает он Заура, но Заур устоял. Все-таки довольно приличное преимущество в весе у Заура. Почти 17 килограмм. Ух, мощнейшая двойка. Вот уже и Заур вышел на ноги, прицелился и попал. Но Сагов устоял. Да, Гаджибабаев бить умеет. Попал. Попадает и потрясен уже Сагов. Да, вот сейчас мощь Заура Гаджибабаева ударная включилась. Да, вот это настоящий бой тяжей. Тяжей ударников, как оказалось. А вот встретил Заур сейчас мощным ударом Сагова.
10 секунд буквально сейчас остается Сагову выжить. Не торопится. Заур так аккуратно выбрал позицию. Но Заур понял, да, что, скорее всего, не успеет он сейчас закончить этот бой. Вот ТКО. Решил еще на один свой удар зарядиться. Крутой первый раунд, дорогие друзья. Первый раунд, аплодисменты. Вот это да. Достойные ребята друг друга. Что сегодня здесь присутствует президент федерации Айяма Карате. Я отдельно хотел бы поблагодарить менеджеров обоих бойцов, Рашана Гасанова, который представляет интересы Заура Гаджибабаева и Гаджимурада Караева, который нашел Исмаила Сагова. И поэтому мы сейчас с вами, дорогие друзья, наблюдаем этот поединок. Очень хороший поединок, очень зрелищный поединок. Бойцы не боятся друг друга, не боятся биться, рубиться, здорово борются. Первый раунд это вообще просто, конечно, песня. Гимн, конечно, единоборство. Да. Называется с открытым забралом в бой. Да, ну вот концовочку все-таки Зауру на опыте удалось забрать. Но вот сколько ему проблем Сагов-то доставил за первый раунд, то есть сколько повреждений нанес. Очень-очень интересный поединок. Тут вообще непонятно ничего. Да, понятно, что ничего не понятно. Смотрите, посмотрите на лицо Заура. Это когда у него такое было? Что-то на это... поработали секунданты, вытерли кровь. Да, это, но при этом как бы это за один раунд ему столько повреждений Сагов нанес. Да. Но при этом насколько несокрушим, да, Заур, сколько он ударов принял, и не, вот вообще даже не встряхнуло это его. Опыт. Опыт, крепкий подбородок. Да, и вот как только Заур подбирается на вот эту ударную дистанцию, сразу же огромные проблемы начинаются у Исмаила, потому что включается вот эта вот ударная мощь Заура Гаджибабаева. Ну, очень мощные удары наносит Сагов. На отходе работает и при этом прицельно довольно-таки бьет. Все туда, все через защиту попадает Сагов, обратите внимание. Да, ведь он попадает, что интересно. Там... Вот жалко статистики, у нас сейчас нет, сколько там ударов прилетело, я бы посмотрел. Да, точность Сагова. Процентов 80 точность попадания. Смотрите, что делает Сагов, а? Как вот такой темповик насыпает, и ага, и вот наконец-то включается главное оружие, вольную борьбу, валит Заура Гаджибабаева, Заур сразу же встает. Да. Ну, главные бои у нас сегодня просто, это от ножа. Все попадает через защиту. Но застаивается немножко Гаджибабаев, очевидно. Да, вы знаете, мне кажется, он, ну, подустал. Вполне может быть. Да еще и такой тоннаж ударов в голову, это, ну, не бесследно проходит. Даже для, ну, такого крутого бойца, для чемпиона множества турниров. Подустал Исагов, но при этом продолжает он бить. В крови все лицо Заура, но Заур идет вперед. Какой бой, дорогие друзья, насколько не просто ни одному, ни второму. Мощнейший апперкот! Тряхнуло. Еще один Исагов падает. Заур начинает добивать его. Все. Вот так Заур Гаджибабаев. Полтора раунда, разбитое лицо и просто... Тот самый один удар, о котором я говорил. One shot, one kill. Заур Гаджибабаев. Подтверждаю свой высочайший класс, но какой бой ему дал Сагов, какой это был шикарный бой. Давай, пропустил. Пропустил, да. Бился очень достойно, молодец. Да, это прям вот супер. Бой был Исмаила Сагова, огромнейший респект. Ходил. Мне кажется, там будет не Заур, другой человек, он бы упал просто ножом этих ударов точнейших. Четко попади, один раз надо четко попасть. Да, мне кажется, даже так не шибко расстроен. Человек, который бьется с азартом, ну, как и у брата, собственно, вспоминаем, как Ибрагим Сагов бился. Там тоже его только травма, помнится, в бою с польским бойцом остановила. Точно так же он просто в открытый размен шел, ничего его, казалось, не могло остановить, пока нога не отказала. Уважаемые поклонники, со щитом или на щите? Да, на третьей минуте второго раунда техническим нокаутом в этом поединке одержал победу спортсмен из Азербайджана Заур Гаджибабаев! Ну что ж, наши аплодисменты Заур Гаджибабаев. Поздравляем его команду Баку Файтерс, его менеджера Рашана Гасанова, и благодарим от всей души Исмаила Сагова. Шикарный бой.
Хороший турнир, дорогие друзья, мы с вами наблюдали. Надеемся, что этот турнир действительно поможет делу освобождения Максима Шугалея. Ну а слово победителю. Послушаем интервью Заура Гаджибабаева и посмотрим лучшие моменты поединка. Спасибо, что болеете за наш вид спорта. Что могу сказать? Было очень трудно. Спасибо сопернику тоже, всем, кто болел, моим тренерам. Всем-всем большое спасибо. Буду постараться показывать еще такие хорошие, интересные бои. Спасибо всем. Наш большой братский салам алейкум, Азербайджан. И всем поклонникам, всем любителям боевых искусств. Здоровья! Всем Баку, там ребята тоже болеют. Всем-всем большое спасибо. Спасибо. С победой, Заур! Заур Гаджибабаев! Баку Файтерс!